Меньше месяца остается до главного спортивного события, которое пройдет на территории Ульяновской области. Первый всемирный фестиваль боевых искусств «Тафиса» стартует 13 сентября. Подготовка к празднику в разгаре, поэтому спортивные объекты города начали завозить специальное оборудование. Сегодня мы находимся на первом объекте, который будет принимать также международный форум «Тафиса». ФОК-фаворит. Сегодня мы принимаем первую разгрузку, погрузку. Это ковры для занятий самбо. Здесь у нас 14 сентября будет мастер-класс проведен именитым спортсменом, заслуженным мастером спорта по самбо Денисом Гольцовым. Также здесь будут мастер-классы по корэш, национальной борьбе. В фестивале задействовано 8 спортивных площадок Ульяновска и 4 Димитровграда. На них пройдут мастер-классы и семинары с участием известных спортсменов, чемпионов мира и Европы, а также руководителей всероссийских спортивных федераций. Сейчас заявочная кампания в самом разгаре. Мы понимаем, что уже более 1000 участников заявилось на различные площадки. Самая сейчас, наверное, горячая пора. Определены основные площадки, основные спортивные комплексы, на которых будет происходить. Сейчас мы обсуждаем уже концепцию и в том числе планы проведения мастер-классов и вообще, по большому счету, праздников, спортивных праздников на каждой из этих площадок. Одна из главных целей фестиваля – привлечь к занятию спортом подрастающее поколение. Для этого уже после проведения международного спортивного события весь спортинвентарь останется в дар спортивным школам, в которых сегодня занимаются дети. Что ты ждешь от этого фестиваля? Я жду звезд, хорошей борьбы, там, техники и новых приемов. В этот же день татами был завезен ФОК-автомобилист в железнодорожном районе Ульяновска. В течение оставшихся недель оборудование появится и на других спортивных объектах. Наталья Чумаченко, Даниил Сурков. Новости Управда ТВ.